50 лет исполняется сегодня 41-му новгородскому детскому саду. Сейчас в нем воспитывается почти 300 дошколят. И они вместе с воспитателями подготовили к юбилею целую программу. Свои первые шаги, рисунки и слоги на глазах Людмилы Ивановны Клементьевой делала и складывала не одно поколение новгородской малышни. 36 лет воспитательница трудится в 41-м детском саду. Годы идут, время меняется, и по наблюдениям опытного специалиста дети становятся все активнее и подвижнее. Ребята подрастают и передают в руки знакомых педагогов уже свое потомство. Ходили два мальчика в близнецы ко мне, потом ходили их детки уже ко мне в группу. И сейчас уже много поколений, которые первый ребенок ходил, второй ребенок ходит. Поэтому у нас такая преемственность поколений как бы продолжается. Сегодня 41-й садик – это второй дом почти для 300 ребятишек. И может, им пока неизвестно, полвека – это много или мало. Малышня готовит белые банты, нарядные платья, поделки и самые искренние пожелания для любимого сада. Детский сад – это где очень много добра. Любите свой детский садик? Да! А за что любите? Что он хороший. Что мы едим? За то, что он очень, потому что в нем очень много добра и хороших воспоминаний. Добрые воспоминания о беззаботном времени в этих стенах действительно оставили сотни новгородцев. В зале бывшие воспитанники, педагоги и родители. Слова благодарности терпеливым воспитателям и руководству учреждения. Каждый год совместными усилиями сад становится лучше. Конечно, многое меняется. Мы поучаствовали в федеральной программе модернизации образования. За счет этого у нас появилась новая группа открыта, появилась оборудованная спортивная площадка. Это нам очень помогло. Малышам здесь комфортно и уютно, но, по словам заведующей, все-таки главное в работе с ребятней – любовь, терпимость и принятие детей такими, какие они есть. Кристина Белян, Евгений Васильев, новости, Новгородское областное телевидение.